Всем привет! Певица Максим уже больше 10 дней находится в коме. У артистки 80% поражения легких. Однако тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Журналисты выяснили, в чем причина того, что врачи не могут подтвердить у певицы опасную болезнь, когда по всем признакам это именно она. Как выяснилось, звезда контактировала с охранником, у которого вирус подтвердился. Когда певица почувствовала недомогание, она лечилась дома самостоятельно. Только спустя 4 дня болезни она попала в больницу. Сейчас у Марины Абросимовой официально двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. При этом, по данным журналистов, она находится на ЭКМО, что, впрочем, ранее опровергали представители знаменитости. Тест же не смог показать коронавирус, потому что сначала артистка лечилась дома самостоятельно. Антибиотиками и противовирусными средствами она прогнала инфекцию со слизистых тканей, поэтому тест был бесполезен. Такого мнения придерживается источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что представители артистки опровергли информацию о том, что у звезды нашли заболевание печени, которое ухудшило ее состояние. Уже неделю исполнительница находится в реанимации. По мнению врачей Марины Абросимовой, если она выживет, это будет настоящее чудо. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!